Режем? Режем. Страшно? Делать страшно – это его работа. На самом деле у меня образование – это аэрокосмический университет. Вот, то есть, по большому счету, это достаточно далеко от нынешней работы, вот, но в связи с тем, что я занимался моделированием, моделизмом, вот, то тема композитных материалов как таковых, то есть она мне достаточно близка. То есть сейчас в работе мы опять же используем композитные материалы. Композитный материал состоит, как правило, из нескольких веществ, которые в сочетании дают уникальный по своим свойствам предмет. Например, легкий и прочный стеклопластик, состоящий из стекла и смолы и позволяющий сделать из себя буквально все. Не кривя душой, все зависит только от возможностей, собственно. Если у человека есть руки, они вставлены нужным концом в нужное место, и у человека есть мозг, если он не ленивый, если он может что-то поискать, какие-то материалы, что-то почитать, то, с одной стороны, это достаточно просто. С другой стороны, все-таки еще и требуется фантазия. Если человек фантазией обделен, то у него, ну, вряд ли что получится. Мало в какой профессии еще есть такое удивительное сочетание строгих технических навыков и безграничных творческих возможностей. Если говорить о креативе, то бутафорских дел мастер – это его проявление в чистом виде. Взять, к примеру, «Мертвого рыцаря» – одну из последних работ самарских мастеров. Эскизов вообще не было, то есть он допиливался в процессе, то есть делали мы его там год-полтора, и постепенно он в процессе допиливался, то есть ботинки переделывались несколько раз, то есть кераса, общая концепция как бы была, то есть мы ее сделали, мы ее придерживались, но наплечники, наручи и прочее, это мы переделывали несколько раз, потому что сначала все хорошо, все замечательно, вроде как посадили на место, подогнали, двигаться в нем невозможно, начали пилить, резать, переделывать. Вот, и, соответственно, потихоньку, то есть мы приблизились к тому, то есть что хотели получить, вот, и, собственно, получили. Найди работу по душе, и тебе не придется работать ни дня в своей жизни. Пожалуй, в нашем случае это лучше всего описывает те чудеса, которые происходят в этой маленькой мастерской.